«Танки», «Рубеж» и «Последний богатырь». Эти фильмы тагильчане смогут посмотреть бесплатно. Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в городе 25 августа. Причем сразу на двух площадках – в кинотеатре «Родина» и «Красногвардеец». Первый сеанс у нас начнется в 20 часов. Будет показан фильм «Последний богатырь». Он предназначен для показа ребятам 12+. В дальнейшем будет в программе фильм «Рубеж» и фильм «Танки». Это те фильмы, которые победили в зрительском голосовании всероссийском, то есть было организовано онлайн-голосование, и именно эти фильмы набрали большее число голосов. Для непосед приготовлены веселые игры. В 19:00 участники акции смогут проверить свою ловкость в игре «Дженга», а для деток младшего возраста кинотеатр «Красногвардеец» организовали большую развлекательную программу. Запомнить «Ночь кино» надолго поможет фотозона под военную тематику. Организаторы напоминают, вход на мероприятие акции «Ночь кино» бесплатный, но количество мест ограничено.